Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Wolfenstein Новый Колосс. Так, нажимаем продолжить игру и поехали. В прошлой серии мы побывали дома, кстати. Наш дом взяли, унесли вверх и... Мы освободились от захватов, мы рухнули и... Нас взяли в плен, с костюм сняли. И мы сейчас в каком-то... Где-то находимся. В плену, короче. Находимся. Вот так как-то. Все плохо. Все очень плохо. Ну вот, мы на месте, короче. Это чокнутая бабулька. Вот попали, да? Вот, блин, отец сучоныши. А я главный герой в черном капюшоне. Нет, нет, нет! Я сказал нет! Я имею право на общение с клиентом. Видишь? Видишь? Читай! Я имею право общаться с клиентом один на один. Хочешь, я судье позвоню? Пойдешь завтра другую работу искать? Ну что, пустишь меня повидаться с клиентом или будешь меня проверять? Вот мне интересно, а кто это? Кто такой-то? Что это? А ну, сними с него колпак! Шнель, мудила! Что за... А-а-а! Говорить, если у него во рту этот кляп торчит? Мне плевать, вынимать не буду. О, господи! Дай же нам поговорить наедине! Это, да, тот из розового. Чего ты выглядишь? Черт! Который нам туннель отдал. Я серьезно, видок у тебя тот еще. Да, спасибо. В общем, слушай, суд над тобой состоится через пару недель. А потом тебя собираются казнить. Да ты и так знаю. Этот цирк будут транслировать по всем телевизорам планеты. И это тоже в курсе. Вон, чтобы подобной херни собрание не случилось, было. Мы вытащим тебя нафиг отсюда. Вот прямо сейчас. Это дерзкий план. Но тебя так плотно обложили охраной, что другого способа у нас как бы и нет. Сечешь? Ты бы знал, как мне пришлось вертеться, чтобы попасть сюда, при том, что я твой адвокат. Бесит вообще. Короче... Сейчас я притворюсь, что ты на меня как будто напал. Сюда войдет ублюдочный охранник, и пока он будет тебя искать, я подкрадусь к нему сзади и воткну эту малюсенькую штуковину ему в основание черепа. Я заберу его ключи и пушку, потом выкачу тебя отсюда к лифту, замочу по пути нацистов, если они появятся. Спустимся в гараж, где Аня, Бабата и остальные ждут нас в машине. Офигенный план. Так, офигенный. Ты готов? Дурдом начинается. Ну, ладно, давай попробуем. Вот только я не верю, что он получится что-то как-то. Твою мать! Как же больно! Думал, это щекотно будет, да? Ты не представляешь! Давай вынем из тебя этот гребаный кляп! Итак, на улице нас ждут... Погоня и пули. У них там снаружи танки, чувак. Но мы тоже припасли... Нож возьми! ...фокусов. Если попадем на улицу, справимся. Самое трудное — спуститься в гараж. Это я знаю. Самое трудное — в гараж спуститься. И костюм нужно забрать. Если они его, конечно, не утащили куда-нибудь. Хотя и на их месте я бы куда-нибудь в другое Эй, место. На помощь! Откройте дверь! Этот мудак на меня напал! Сломал мне нос и бежал через ту дверь! Вон туда! Жутки били! Он на свободе! Назад! Они ему помогли! Они ворвались в ту дверь и вытащили его! Тыкай уже! Это были пришельцы из космоса! Sollten zum Film gehen, bei Helene vorsprechen. Guter Schuss, General. Der zuckt noch.
Идиот. Обречен. Едва вошел в это здание. Беда. Я думал, прокатит. Зря нос сломал. Сейчас бы подошла-то, а? Открывай рот. Зачем? Открой. Не открою. Пошире. Да, вот так. Как тебе на вкус? Чш. Как тебе на вкус? Это порох от пули, убившей твоего друга. Ну, каково это? Тебе нравится вкус? О! Слышишь? Мои штурмовики взялись за твоих друзей в гараже. Блин, она и про это знает. Ты зануда? Я лучше пойду туда и развлекусь. Она и про это знает. Аня. Моя семья. Ёб твою мать, а. Чё должно у них пойти не так, недели, чтобы мы выбрались? Или больше. Я угасаю. Молюсь о скором конце. Ну блин, так игра не должна закончиться, правильно? За кражу и порчу частного и общественного имущества. Содействие противнику. Пытки. Терроризм, в том числе ядерный, в стране и за рубежом, измену родине за тысячи чудовищных убийств. Вы признаны виновным, мистер Уильям Джозеф Бласковиц. Даже при моей работе я редко сталкиваюсь лицом к лицу с истинным злом. Мне жаль, что высшей мерой наказания, которую я могу вам назначить, является банальная смерть. Смерть, мистер Бласковиц. Только быстрая, легкая смерть. Ристов. Освободиться. Раз, на порожен. Отдай оружие. Нать еще вот. Расстреливай, вы этих бежим. А как мы бегаем-то? На чем? На порожек. А как мы бегаем-то? У нас что, костюм есть? Да руби его, руби быстро. И сядь быстро. А у нас другого оружия нету. А мы его не подобрали еще. А и там тоже патронов мало. Ой. Мне больше интересует, а как мы бегаем-то? На чем у нас же это? С этим делом проблемы. Так, броня вижу. Да хороду гранаты сами кидать, а? Подожди-ка, это что такое? Ай, нужно уходить куда-то. Вот где-то здесь автомат лежит. А, вот, вот, патроны. Перезаряди. А, не надо писать, а. Я не знаю, как это происходило бы, если у меня патронов бы не было. И, блин, я не понимаю, как я все еще стою. Что мне тут еще? Мне костюм обратно, что ли, напяли?
ты, до сих пор живой еще. Ишь ты. Че так мало охранников вы сюда послали-то? В теории вы должны были на меня все стволы все свои на меня направить. Так, ну я понимаю, что сейчас вот здесь было бы сложности. Ну тоже бы сложность, а не прям непроходимые сложности. Так, а где ты? О, оружие. Много оружия. Подбирай. Молодец. Пулемет бери этот. Бери быстро пулемет этот. Патроны к нему. И все. Так, там еще партия. Ну и чтобы сразу всю эту толпу сюда отправите. А, и собаки уже пришли. Так, ему пулеметы. Так, вот он. Взяли. Еще подобрали. Молодец. Все, теперь валим отсюда. Так, тут у нас оружейное, да? Да, оружейное. Собираю патроны максимум. Не подвисай, пожалуйста, только. Да, блин, они тут везде. Они сверху, снизу, они везде. О, еще два вылезли. Так, минус один робот. Их тут трое уже. Ай, валим. Все, я понял, что нужно. Валим сюда вот. Так, подожди. Можно еще наверх сходить. Так, а, блин, я могу везде убежать, да? Так, ладно, не будем тут задерживаться, просто валим. Через главный ход. Так, а у нас брони нету. В смысле? О, сынок. Я думал, что потерял тебя, мама. Что никогда тебя не увижу. Что-то я не понимаю. О, Билли. В жизни полно сюрпризов. Одни дарят радость. Другие разбивают сердце.
Я был тебе нужен, но меня не было. Я бросил тебя. Что-то я, блин, было думал, убежал тут, Нати. Покинув дом, ты словно вырвал мне сердце. Но невзгоды, не вечны, ты ведь знаешь. Хотя каких-то не избежать. Мне пришлось остаться, чтобы ты смог уйти. И теперь ты, а не я в беде. За меня не бойся. Мои беды позади, сынок. Я не хочу туда возвращаться. Куда? Мама, я больше не могу. Ты сильный, Билли. Мы умеем выживать. Боремся даже, когда вроде все кончено. Ты весь в меня, сынок. У меня дети, мама. Они еще не родились. Я хочу их видеть. И чтобы ты их увидела. Я скучаю. Мы будем вместе. Скоро. Осталось всего одно испытание. А, там мы спали, чё? Я... Кристоф! А я думал, почему так все легко-то прошло? Теплое одеяло снова. Я думал, блин, мы выбрались, а тут нати. А я думал, почему так все так легко прошло-то? А оказывается, мы спали просто. Это мы где? Это мы что, в Вашингтон, что ли, находимся? Ну, это статуя, как бы, это башня-то. Ёб твою мать, сколько народу пришло, а? Да, это место, мы в Вашингтоне находимся. Вашингтон. А там что, Гитлер сидит? Вместо Вашингтона этого? Да? Или нет? Тебе не слышно? Все может произойти такого, что, блин, нас спасет, а? Мы бы шикарно смотрелись вместе. Милый. Нет, нет. Ты разбил мне сердце. Старые немощные, обречены. Что должно произойти? Я не знаю, что может произойти. Чего? Я не понимаю, а что должно такого произойти-то? Нам голову отрубили. А голову сожгли. Чего? Это что, ни хэппи-энда не будет, что ли? Да я фиг поверю в это. И в это фиг поверю. Внимание, Киндерлех! Внимание! О, сет! Чего? Подождите-ка, это проблема. Нужно игру перезагрузить. Гляди,
Гляди, он очнулся. А, глянь на этого. Так, ладно, мы продолжаем. Блин, вот разрабы в этой игре, они постоянно палки в колеса ставят. Вот постоянно в этой игре. Вот что сейчас произошло, а? В то время, вот между последним... После того, как нас на эту, на бетонную глыбу нас привели, и вот этот видеоролик должен был пройти вот между этим, как вы нас спасли, вот. У меня игрушка вылетала. Вот игра под постоянно вот ставит палки по колеса. То мне она вылетает, ну, специально вылетала во время похорон. Как ее там звали там? Каролейн. То мне она вылетела, когда я, блин, наверху в баре на подлодке тусовал, там что-то читал, осматривался. То где-то еще она, у меня она вылетела. Она постоянно где-то вылетает. Где-то. То она, блин, она вот не подвисает. То мне сначала, когда я установил, то она мне запускаться не хотела. Пришлось там кучу всего такого устанавливать. Ну, не так уж много, но пришлось доп. Инструменты устанавливать. Блин, ну, блин, мы пропустили видеоролик из этого. Спасибо разрабам. Не, игра хорошая, если у меня компьютер был бы топ, то игра бы на ура ушла бы. А так, технически, все, что касается тех составляющей, игра вообще никакая. Там вылетает, там вылетает, там виснет, там зависает. Записываю я вот не через FPS, а просто снимок экрана. Вот, как, вот как-то так. Ладно, давайте перед тем, как мы продолжим, я сейчас расскажу, что мы пропустили. Я посмотрел, ну, этот видеоролик, катсцену, я это посмотрел уже, пока сохранение это скачивалось. Я скачал сохранение и вставил его в игру. И мы начали прямо отсюда уже. Так сказать, в самой в игре пропустили эту самую катсцену. Короче, в катсцене произошло вот что. Наша голова упала, Сет ее подменил. Оказывается, наши люди все выжили, не знаю как, но все наши там были и выжили. Сет ее подменил. Быстро-быстро, пока она там окончательно не сдохлась, подсоединили к какому-то там проводу, там какой-то там датчик заработал. И потом и нашу голову уже типа уже в какую-то капсулу поместили. И сначала подумали, что все, наши погибли, ну как это бывает. Потом внезапно мы датчик заработал и мы выжили. Ну а потом мы взяли, побежали из этих катакомб, канализации, не знаю, что это было. Макс, кстати, на бегу взял вот и кулаком немцу по каске добанул. Я в этот момент очень сильно ржал. Что еще было? Потом нам как бы... Блин, притащили нам на лодку, получается. На подлодку притащили. Ну и все, а дальше я не знаю. Короче говоря, видеоролик я так, вам так пересказал. Вы там, если что, вы знаете, где смотреть его. Сами посмотрите, если интересно. Ну ладно. По крайней мере, то, что нас бабка эту нам голову отрубила, это еще не конец. Кольцо, я не знаю где, но кольцо ее убьем. Так, ладно, продолжаем. Из всех людей на планете только... О, как он это получилось? Так, что выжил с отрезной головой. Мы находимся в какой-то в зеленой херне ты и... Ты слышишь меня? Ага. Так вот, слушай. Какое-то время назад Кайрлайн украла тело новейшего суперсолдата, выращенного в нацистской биолаборатории. Очень-очень впечатляющий экземпляр. Анали, будь добра, покажи ему.
Смотри, Уильям, Сет установил эту штуковину, чтобы соединить твою голову с новым телом. Да, да, я в курсе, он с кошкой это сделал. Моя семья. О, здорово, вот как раз про тебя я вспомнил. Вот такую херню нам сейчас установят, как я понимаю. Наши ребята нашли на поле боя. Все образцы сломаны. Но у меня есть материал, чтобы починить одно из устройств. Тебе нужно решить, какое ты хочешь. Выбирай. Моргни один раз, чтобы выбрать вот это. Дважды то, которое в середине. И трижды вон то. А, в смысле? Осмотреть сжимающий корсет. Сжимающий корсет сжимает ваше туловище, позволяя вам входить в тесные пространства. Во время использования корсета вы не можете нормально дышать. Продолжительное использование чревато смертью от удушья. Ну я не хочу это. Вернуться к выбору. Так, ну а получается у нас новые способности будут, да? Костюм наш... костюм наш вернут? Который Каролин сначала носила, потом я. Нам мы его вернем или нет? Я хочу, чтобы мы его вернули. Силовые скобы. Металл броня, защищающая суставы верхней части вашего тела. Плечи и локти. Силовые скобы позволяют таранить объекты, выбивая двери, ломать ящики, сокрушать врагов. Силовые скобы активны во время быстрого бега. А это у нас что за херня? Ну что, Ингеле, выбирай, что тебе нравится. Боевые ходули. Эта система мехприводов установлена на ваших ногах и срабатывающая по команде. При активации выдвигаются мех-опоры и позволяет проникать в новые области. Использовать вертикальные укрытия и занимать тактические выгодные позиции. Нажмите дважды нажмите на кнопку прыжка. Блин, ну это защита только локтей получается, да? А это вообще по стелсу. Не, давайте вот эта вот тактика будет. У нас и так, блин, нас и так никто убить не может. А так я буду еще прыгать высоко, да? Давай боевые ходы. Это Шимшин. Раз, два, три. Ну что, Ингеле, приступаем. Я дам тебе наркоз. До скорого. Ничего тебе, глаза зелененькие какие. Вот как-то так. Вот нам, как я понимаю, присоединение не летело одного из суперсолдат этих. Уильям. Это правда? Или я в раю? Сет! А я не сплю, я не спал. Новый год. Как самочувствие, Бласковец? Да вроде все работает, все движется, все это. Покажи. Вроде стоим. Я чувствую силу. Ты помнишь свое имя? Скажи, ты ведь помнишь, чем занимался последние два года? О да, мы это я помню. Кроме убийства нацистов. Если ты еще умрешь, Уильям, я сама тебя убью. Пойдем, я дам тебе одежду. А потом отправь его ко мне. Ну, это само собой. Аздугизейн? Шимшин? Аздугизейн? Мистер Класс. Теперь без этих шипов будем ходить. Как новенький, глянь на себя. Я рад, что ты с нами. Вот это тоже, что у Шашаны. Так, нет, не трогай. Оно соединяет твою голову с телом. Очень-очень важно не теребить это.
Иногда может пощипывать, покалывать. Не обращай внимания, не волнуйся, это нормально. Если что, а можно это как-нибудь защитить, например, а? Твоя голова начнет. Типа варить не какой-нибудь. Медьюз! Медьюз! А, здорово, Макс. Это взаимно, Макс. Макс ли? Так. Я починил штуку, которую ты выбрал. Надень ее. А как она надевается? Мне никто не говорил. Вот так, пан Бласковец. Теперь включи боевые ходули, чтобы забраться на стену и перелезть через нее. Воу! Зашимшин, теперь используй боевые ходули, чтобы перелезть через эту стену. Чего? Так, нужно дважды нажать на пробел. Ага, а теперь чё? А чё дальше-то? Я активировал. На контур я нажму, и у меня они соберутся, окей. Не получается что-то. Не понимаю я особо юмор этого. Так, ну это я не знаю, что делать. А дальше что? А чё сразу ты не мог? Я прыгал. А ты просто не хотел это сделать. Да, не стесняйся. Экспериментируй на полигоне до тех пор, пока не привыкнешь к новым способностям. А если чё, я могу их менять? А? А, они как простые, да? Работают. И еще раз два. Ну? Нет, ни хрена. Что-то я не понимаю, как дальше. Ладно, попробуем здесь, к примеру. Подойти. Два раза пробел. Ага, а потом еще один пробел. Блин, хорэ виснуть, а? Че, обижайся же на то, что я тебе починил, да? Так, ну более-менее понятно, как это работает. Более-менее не это понятно. Начать тренировку. Это мне вон туда нужно пройти, да? Так, а что за херня? Отлично. А? Надо бы улучшить... Оружие можно улучшить. Пистолет мне не нужен, и штурм этот мне уже есть. Этот тоже улучшен. Дробовик.
Уже есть. А, блин, есть проблемы. Я же сохранение же это. Ну-ка, подожди, а коллекция у меня сейчас в нормальном состоянии? Ну, так себе. Так, ладно, пошли. Сто 656. Кэролайн, спасибо. А что так много-то? Возьми назад свои крылья. А и здоровье мне сотни. Так, активировать тир. Сто 15 уже. Максимум. Ну ладно, окей. Максимум, значит максимум. Так, я все же прошел, правильно? Активирую ловушку. Я не хочу пока. Такого количества охраны, как во время твоей публичной казни, не стоит телевидения. Так, боеприпасы. Спасение Грейс провалился. Аня вспомнила про то, что я сделал с Шошаной, и спросила, сработает ли такое с тобой. Именно она рассказала мне про тело суперсолдата, выращенное в пробирке. Она даже собрала все оружие, которое ты потерял на развалинах фермы. Ну, спасибо. Ее ничто не остановит. Ничто. Береги ее. Она даже мое оружие собрала. Ну да, да, спасибо. Так, а чего здесь тут, что можно? Провернуть это, зачем мне тут это активировать? Деактивировать. Да, блин, прицелься нормально, а. Видите, как лучше, чем приходится. Работает-то. Так, карточку нашли. Один вид умолк. А, куда дальше? А, сюда нужно. Блин, мне просто все подвисает. У меня просто все рывками делается. Я просто, ну, не могу, блин.
А вот мне интересно, а насколько мне тут броню выставили-то? Если она мне до сих пор тут еще падает. Так, ладно, патроны забирай обратно. И пошли. Бюджет 495. Ишь ты. Бюджет минута 33. Я не знаю, это не я просто такие цифры делал. Тихо сюда! Ласкавец! Дружище! Какое счастье! С возвращением в мир живых! Да, да, спасибо. О, с возвращением! Куда-то вы перетаскиваете тогда. Я бы ущипнул тебя за щеку и потрепал по башке, но если мы уроним эту штуку, она рванет и потопит всю лодку нахер. Можешь подойти сюда и помочь? Ну, давай. Макс, о боже, а вот и дурак явился. Отойди, Макс, это опасная штука. Она делает бабах. Ох, ребята, молитесь, кобзец нам. Он всех угробит. Нет, нет, нет. Ну, не угробил же. Поносная херь, что это сейчас было? Отлично, Макс! Великолепно! Ох, я пердун старый. Растрогался из-за тебя, Бласко. А нам еще нужно подключить эту штуку по пути в Новый Орлеан. Да, я правда рад видеть, что ты жив-здоров, капитан. Новый Орлеан? А что мы забыли в Новом Орлеане? Это же Техас, да? Хочу немного отдохнуть перед Новым Орлеаном. Путь у нас долгий. 5 минут хватит. Обними меня, ладно, Уильям? Он был там, Аня. Я видел его и больше не боюсь. О, Уильям, а что с мамой? Он сказал, что она в концлагере. Когда вы спасали меня в первый раз, люди холодные напали на вас в гараже. Я слышал выстрелы. Это ерунда. Мы припасли пару фокусов. Как и сказал Супер Чудила. Эй. Ты не ответила на мой вопрос. На какой? Это правда? Чего? Или я в раю? Продолжаем. Пар тут кубиками идет. Да нормально. Ты молодчина, Бласковец. Живешь, и все тебе хоть бы хны. Ну да. У нас была небольшая библиотека в State Building. Я любила читать там, пока солнце садилось за руины. И все? Больше ты мне никакой интересной информации не скажешь, а? Так, ну здесь все без изменений. Здесь тоже все так же. Надо узнать, есть ли у Грей задание. Хочу опробовать новое тело. Да-да, мы точно его опробуем. Пробовать-то мы его пробуем.
Огер Бласковиц, я видела, что она с вами сделала. Это ужасно. Простите. Простите, простите. Простите меня тысячу раз, простите. А теперь мне срочно нужно в туалет. Но я рада, что вы живой. Ты там спичку зажги или еще что? О, мой Гот! Das stinkt! Опять мне игра буличила. Вот только вот этого я не видел раньше. Надо узнать, есть ли у Грей задание. Да, да, пошли. Он мне его прямо вот здесь вылетел. Хочу опробовать новое тело. Она вылетела прямо вот здесь, вот в этом переходе в этом. Сегодня прям вообще хороший день, да? То там вылетит, ну, в той катсцене, то теперь здесь вылетело. Так, ну ладно, заходи, давайте посмотрим видеоролик и... Привет. Рад тебя видеть, Грейс. Черт. Бласковец, ты просто охеренно крепкий орешек, ты в курсе? Да, в курсе. Что это? Шмотки чудила из Розуэлла. Он выгреб все из центра управления и сбросил сюда. Ну ладно. Так и не разобрал. Он был хороший. О да. И план у него был просто чудесен. Не погиб. Я не мог помочь. Что он сказал? Когда? Перед самой смертью. Хочу знать. Че он хотел? Сказал, это были пришельцы из космоса. Твою ж мать. Эй, Сет. О, Ингели, как все функционирует? Да привет, вроде Грейс. Нормально. Из ваших? Что это? Где ты это взял? Супер чудило хранил в Розуэлле. Нашел на месте крушения в 47-м. Похоже, да. Не могу. О, Готтеной. Сет. Че это такое? Готтеной, мне... Прости. Прости. Грейс. Это наступление! Куда? Пусть врубит двигатель на всю катушку. Куда наступление? Полный, мать его, вперед, сестра. Да, мэм. Я им скажу. Мы держим курс на гетто Нового Орлеана. Заходи, Бласковец, присаживайся. В этом гетто возникла одна из последних повстанческих групп в Америке. Ее возглавляет Хортон. После войны нацисты обнесли город стенами. И затем... Сгребли со всей страны ненужных им людей и загнали туда. С той поры Хортона и его товарищи застряли там и продолжают вести борьбу в поистине кошмарных условиях. Но из-за последних событий нацисты усиливают давление. Эскадроны смерти атакуют города, убивая всех подряд. Твою мать, они хотят зачистить все гетто, чтобы никто не выжил. Надо что-то сделать. Верно. Да, верно. Ну что, я прям туда отправлюсь, да? Мочить нацистов. Как никогда раньше. Меня не остановишь, я как черт. Гребаный товарняк. Ты и есть гребаный товарняк. Ладно, гребаный товарняк. Нужно будет сделать одну короткую остановку в Манхэттене. Ознакомься с боевой задачей. А зачем нам в Манхэттен? Активируй вон там военную карту и открой справку о районе Манхэттен. Ясно. А да, Бласковец, вся эта заварушка сыграла нам на руку. Да? И как же? Твою казнь показали по всем каналам. А теперь мы думают, что ты мертв. А оказывается, что нет. Даже очухаться не успеет. Да будет такая шумиха, что немцы, блин, всех обманули. И чё? Как нажать-то? Молот... В смысле, что делать-то? Молот Евы. Мы находимся здесь, там мы... А как вот? Не важно, это просто. Молот Евы.
И чё? А, мы находимся вот здесь. Это молотилы. А нам нужно сюда вот. Выбор цель Манхэттен. А что, будет еще последовательность заданий, что ли, да? Ничего себе. Вторая часть игры абсолютно меня больше радует. Выбрать? Да. Ты выбрал? Да. Мы отправляемся обратно в Манхэттен. И чего мы там забыли-то? Мы уж тут были, что они тут это? А что, нам радиация нипочем, что ли? Ну, в прошлый раз нас костюм защищал вроде, а сейчас что будет защищать ей? Поспеши, Бласкавец. Внизу высокий уровень радиации. А чё мы так просто не... Ладно, давайте вот на этом сегодня закончим. Очень много сегодня проблем было в техническом плане. Так что давайте на сегодня мы и закончим. Все, спасибо за просмотр. С вами был Виктор. Всем пока.